Поехали. The team knows its opponents. We can launch the game. Тыриц, тыриц. Ну что, я думаю, это будет какой-нибудь маг, наверное. И все, либо взятка девочки. Просто маг. Окей. Very good and very well. Единственный вопрос только в том, вот сейчас мы, если монетку выиграем, мы атакуем или защищаемся. У меня есть мысль отдать ему атаку вообще, даже если монетку выиграем. Чтобы на восьмой ход сделать фантерн. Спокойно. Ну и если получится отжать мячик, может даже получится. Welcome back to Cabal Vision HD. Он избавил меня от решения этого сложного вопроса, да? Here we are in perfectly adequate surroundings, getting ready for today's big match. I hope we get some violence and action. We should get some today, with one team having an edge over their opponents, on parchment anyway. Нет, Алиса, расстрани некром, пожалуйста. Псина должна умереть, как я всегда говорю. They're up against a necromantic team. Tip for their coach, Bob. Зараза, все-таки отдал нам атаку, да? Жопошник. Ну ладно, попробуем до псин добраться, чем искать. Три запасных у него есть. Здесь Гуля уходит. Галим на поле, Вайта сейчас на поле тоже. Здесь какой-нибудь зомбаря нулевого, наверное, да? Что Вайта не будет угонять на поле. Ну, о чем тогда делаем? Тут бьем убивашками Крепсигором лос, да? В лицо куда-нибудь. В горда, наверное. Каким-нибудь четырехсилен нашим, да? Гордом. Кас, уйди. Уйди. Ну и просто отходим назад. Претуль. Фист. Ну да, естественно, будем стали, скорее всего. Что нам еще остается? Просто типа так. Корс 3 куба. Хотелось бы убивашку, конечно, где-нибудь посередине оставить. Да, чтобы его точно не пофалили. С другой стороны, Крафтигор нужно 3 куба дать под конец. То есть, если убивашка у нас ляжет. Если убивашка у нас ляжет, то. This is a big game, Bob. How do you feel about being at such an important match? Indifferent, Jim. Ask me again when there's more blood on the field. Может, там ли даже вот так бить просто. Удар, удар, удар. Так, монтёрнера мы убираем. Скинг сюда. 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 Ну, тихо, сюда. Да, то есть раз, два, три.
В смысле, раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Да? Да. Тыц, тыц, тыц. Да, поехали. Попробуем так. Ей, четвертый реролл. Найс. Я же позиция хреново расстаюсь. Да не важно. Первый пошел, хорошо. I think there was a blood bowl player under this other one. Так, сразу прикрываем вашу. Let's take a quick look at that player. Yes, the unmistakable sign of the player's eyes rolling up into his head. For some time. Слушай, хорошо идем, а? Нокаут и, конечно, не травма, но блин. Нокаут, как говорится, не травмы, но тоже пойдет. Ну окей. Все равно, конечно, хочется ударить. Ради одной из ПП-хита. Nothing to see here. Yes. Of course. Of course. Давай, Крокс. The player's fist is approximately the same size as his entire opponent. Mm. It reminds me of the famous story of Nurgling. Тоже три пробоя из четырех. Два нокаута. Теперь куда поставить пятисильно? Вот в чем вопрос на самом деле. То есть тут, блин, завар такой одиноко стоит. На нас могут прикатить сюда. Под фол. Наверное, ставим сюда, на самом деле, прикрыть нулевого. Города, конечно, может тоже прокатить. 3, 4, 5, 6, 7. Вон сюда, да? Ладно, смотрим. В принципе, если так пробой завезут, то мы, может, даже доберемся до псин. Рано или поздно, и мы их поломаем даже. Брать одну-две псины будет вообще замечательно. Умираться. Сейчас за горда нашего боюсь, который слева стоит больше всего. Может даже стыло сюда. То есть нулевого стоять сюда, потом гордом бить и вставать сюда. Окей. Хороший маг. Слушай. Хороший маг, и конкурсы интересные. Маг на двоих.
Еще и нулевой Завр улетел вместо Горда. Нас, конечно, сейчас, скорее всего, по-любому прокатит, я так думаю, пофалят. Но, блин, такой маг, конечно. Мое почтение. Ничего не скажешь. Он же по лежащим-то не работает, видно. Так, понимаю, нас сюда сейчас повезут. Нас встал сюда. Ну и фол, наверное, будет, не знаю, ассистов 2, да. Потом возвращается сюда. Возвращается сюда и какой-нибудь зомбарем здесь валит, наверное. Ну, просто пережить один фол, по сути. И один угол классой. Хотя, может, даже Псинуса встанет на скинках. Но мы до нее доберемся, если нас будет наглеть. Мы же тоже не пальцем деланы, да ведь? И так тоже можем заехать. Так, ну, Петильного тащим, наверное, сюда. Просто, типа, без ассистов, да, фолы? Окей, давай. Покажи, что умеешь. Хотя мы можем даже сейчас до Пина добраться, на самом деле. Сейчас. С такой расстановкой. Не успел. Не успел. Угу. Крокса надо здесь ударить в пятак, да? У нас здесь скованно, конечно. Я бы хотел, конечно, приехать сюда. Я бы хотел, но это зараза четырехсильная. А гард у нас валяется. Успешно. Раз, ну, я не знаю, я сейчас, раз собрался фалить, фалил бы здесь бы. Чего уж. Много вышек и фол. Или даже сюда можно было. Ну ладно, в общем. В общем, ладно. Там мы идем с мечом. Завра оставлять не хочется. Если мы сейчас идем сюда, мы его под фолы просто оставим, да? Что можно даже, на самом деле, да, не знаю, ударить сюда. Или, конечно, было Крексигор подняли сюда. Потом блицануть уже. Можно, не знаю, реально ударить сюда, встать сюда, Крокс сюда. Тупо сюда вот стянуться. Можем ударить по Сигуру вообще. Да? Да. Что он это хрен с ним? You wearing perfume, Jim? No. Или не хрен с ним? Слишком высоты будем все равно. Сюда не хочется. Точка вперед выводить нашего бульбозаврика. А, нахрен себе блесун тупой в зомби. Типа стрелочки выдают. Ай, Кроксик, сюда, пожалуйста. Молодец. Хороший мальчик. Кто у нас хороший мальчик?
Мак, в принципе, ушел. Ему уже не боится ставить клеточку. Встанем сюда. Сюда. И сюда. Три, шесть, семь, восемь, девять, десять. You know, I often think Blood Bowl might be better if we just got rid of the whole ball thing. Скинка не хочет поставить тоже. That would be blood. Without the bow. It's just war, then. You could see that. Все равно, конечно, поставили, по идее. Ну ладно. Let's go there. Ну да ладно. Now that's a holding maneuver, if ever I saw one. Вокс-вокса. Сюда. This player likes to be well assisted in a fight. Вперед. Дави завров, давай. Зафал. Ну, просто, конечно, павлят, естественно. А, он даже так стал. Окей. Ну, хотя, в принципе, да, логично, на самом деле. Давай еще стрелочки на круг, все будет вообще замечательно. Я бы хотел бы даже Гордасова поставить, на самом деле. Есть, конечно, Рокс стоит. Свала не пробьют еще. Отлично. Давай, стрелочки, и мы стоим на месте. Там, где и стояли. Даже рерол, фига себе. Нравится, как оппонент играет. Фаербол усилил. Что-то не сказать, чтобы очень нужные реролы. На фолы сливают. Ну хотя, на фолы ладно, еще можно согласиться. Если вынес пару завров с фолов, то будет на коне. Не пробил, да? Может, еще удаление, а? Что вообще замечательно было. Слабак. Кто так бьет-то, а? Кто так бьет? Тер-терам. Спрям встает, естественно. Да? Кого нам, блин, такого бы полезного бы побить, а? Тут не побить. Можно сюда в пятак ударить, да? В принципе. Можно ударить в пятак сюда, если я здесь. Сюда что-то шестерку искать, такое себе удовольствие. Можно заехать просто на самом деле зомби. Так. Да. Вдруг пробьется. Встаем просто. Здесь мы просто встаем. Здесь снимаем ассист. Наверное, тупо. Зомбил. Ну а тебе в пятак.
ушел отсюда. Слушай, и правда ушел, а? Yep, I reckon that's what he'd say if he could talk. They've smacked a player to relieve his team. Well done. Три, шесть, восемь. Мяч какие-то потенциальные есть, да? Сейчас смысл встать сюда. В принципе, ассистент он с трудом найдет. Потому что здесь все повязли. Может даже чуть глубже встать. Хотя не, если он сейчас оттолкнет Завров как-нибудь, да? Это как он их оттолкнет? Здесь горды теперь стоят, здесь ему... Кубов не будет легких. Если какой-то в контакт стоит, ну, зомбя встает сюда, это мы повязали. Здесь будет, да, по идее? Нет, не будет. Не будет. Ладно, хрен, стоим здесь тупо. Стоимся на месте. Каких-то нормальных кубов я пока не вижу у него здесь. Одно кубов, наверное, есть. Но, хотя, если не знаю, если он здесь вот пробивает скин как-нибудь. Шесть. Так, не добегать никак до ничего. Окей. Тоже вариант. Первый пошел. Теперь точно придется выгонять нашего авантюрнера на поле, да? Вставай сюда, фигли. И задача как-то освободить нашего убиватора. В принципе, наверное, мы сможем даже его освободить, в принципе, так-то. То есть, удар здесь, удар здесь. Сейчас я удар здесь сначала, потом удар здесь, и убиватор освобождается и бежит в псину с полиноном. Два. Замечательно. Замечательно выходит. Красные, красные, красные. Где-то однокубовые, да? Здесь. Ну, здесь он ничего не найдет. Хотя удар будет здесь. Ну, теперь у нас есть, по крайней мере, блиц. Без полинона, конечно, но есть. Ну, вперед, окей. Смело. Хотя, если, ну, да, если мы не повалим сейчас голема вот здесь этим ударом, то либо как-то реролить этот блок, чтобы его повалить. Либо, ну... Либо забиваем тупо на удар стаклом по псине, да? Это еще парироль. Господи, ну честное слово. Что он творит, а? Что он творит? Мы сейчас тупо его уже псину под такл уже запихаем. Сейчас реально же тупо запихиваем псину под такл. Да, точно. Под мяч, конечно, уже мы приезжаем. Но, блин, как бы, это самое.
player to stay up under such a sustained assault. The less defenders there are around the ball, the easier it's going to be to move. Ну, голем у нас тут в такл убит. Тут големчика будет чем ударить, да? Так, ну и с мячика можно даже уйти на самом деле сюда. Теперь смело вообще. И в ус не дуть. И пофалить псину, на самом-то деле. Ну, слушай, не крыло, отлично пробивается, а? То есть, блин... Нокауты, травмы, во все поля просто. Хотя, на самом деле, я бы даже, может, здесь бы забил бы на големах, и голем стоит хорошо слишком. То есть мы еще не блицевали никем. Так-то. Да. Можно, типа, освободить пятисильного и пятисильным приехать сюда. Сюда. Здесь ударить на кубовый, хотя бы стрелочки найти. Давайте вот здесь. 5-6. Можно же попалинуть на самом деле. Так, раз, два, три, четыре, да? Давайте нас не тупо здесь ударим и все. There's nothing better than hitting someone smaller than you, Jim. Замечательно. Замечательный, ну, старт. Просто капец. Я такого не ожидал, честно говоря. Я такого не ожидал от матча. Так, теперь просто аккуратненько уйти сюда. Вот так. Чтобы нас даже не помарчили никак. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, well, last time that happened, it took three days to piece the body back together. Так, если корпус, конечно, затупит, будет очень печально. Очень печально. Но он молодец. Сигур молодец и не тупит. Отлично. Теперь наша очередь попалить. Отсюда вот так. Колокольчик. Замечательно. И без удара. Прекрасно. Нет, задумка на игру была, не знаю. Ну, на тактике поиграть не кровь на самом деле. А не через пробой. Я не знаю, у меня какое-то... как сказать-то... Субъективные ощущения постоянно с некрами, что они какие-то вроде 8 арморные, да, ну 8 армор, конечно, не так крепок, как сталь, блин. Недавно ватный, как мои бретонцы, да. Ощущение, что у них какой-то особый 8 армор, который очень редко пробивается. Ну, как-то прям заходит. Как в души. Сколько некров здесь? У нас кровь осталось. 5. 5 некров на поле осталось. Так-то. Мы сейчас реально думаем, тупо охотиться на псину на самом деле. Охота на псину просто. Рерол. Прекрасно. Прекрасно просто. Реролов теперь еще не осталось, не говоря.
Так, собственно, бой по псинам есть. Легчайшие. Просто... простейший, я бы даже сказал. С Паленом, конечно, хотелось бы. Хотелось бы. Но это как через Краксигора только их искать. Давайте уж, ладно, хрен с ним. Хрен с ним, с золотой рыбкой, да? Мы просто приедем в псину. Мяч, конечно, хотелось бы прикрыть. На случай шальных один-один. Не, давай прикроемся вот так. Сайдстеппером, потом под конец побежим уже с фишками прикрывать мячик. Здесь мы даем байта, наверное. Лук от Зис. Щит. Хотя можно сейчас даже и похвалить, на самом деле. Так, то есть все пошло. Можно похвалить. Почему бы нет? Все. Да, похвалим. Фигли. На. Почти, кстати, удаление было. Так, здесь, собственно, Крокс, допустим, тупит, да? Пускает слюни. Ну, додж у Уайта, конечно, есть. Голем тут ничего не найдет. Да, пьем. Запихиваем. Поглубже. Так, на самом деле, если локауты встанут, то как бы тут все равно у него фулл состав будет. Угу. Шестерка, зараза. Зараза, что ему сказать. Держись, друг. Тоже пойдет. Брать терпится от фолов. Нормальные пятерочки. Нормальные такие пятерочки, слушай, на красных кубах-то. Жду не дождусь, когда я смогу получить на нем блок. Если звезды сойдутся, да? У меня, по-моему, еще пока ни один Краксигур не получал блок. Ну, дубль не выкидывал. Так, Крокс, пожалуйста, спасибо. Спасибо, что ты встал. Так, есть смысл под зомбаря вставать?
Сможешь как-то псина убежать отсюда? В принципе, тут контрассист есть на этот ассист, так что... Понятно, поднимает Вайта, считай, если ассист снимает, да, или псина может на кубовом уехать. Ну, можешь Сагарда притащить, на самом деле, если здесь повалим, да? Я здесь встаю. That's it. Get in their face. Unity is strength. That thing has to be anchored to the spot. Ну, и, в принципе, наверное, все. Так-то. Вроде отличненько зажали. Я даже не знаю, куда скинка девать теперь. Так-то, по-хорошему. Типа, встать сюда. Не знаю. Каким есть вариант теоретически? Допустим, Вайт бьет. Куда он бьет? Типа поднимай все, может ударить сюда однокубовый, да? То есть поднимемся здесь, однокубовый здесь появится. Псина, по идее, никуда не убегает. Гард держит за жопу. Да, наверное, сюда. Давайте. Встанем. Если на красных уедет отсюда. Чтобы ему хотя бы доджеса пришлось потом. Got anything cool recorded on your Wizwo box other than old Blood Bowl matches, Jim? Yes. You know, I'm addicted to that HBO. Так, ну, если даже Голем убежит на 5 плюс, да, мы его все равно сейчас с Блица, скорее всего, ударим. Так, сейчас, по-моему, даже лучше псину вообще не поднимать. А то мы ее закопаем. Ну, либо как-то так вот дуржится. 5 плюс надеется из-под такла без рерола. Фалить я уже, в принципе, все равно не буду. У меня нулевой скинк улетел. Кстати, степер слишком ценный. В каком-то смысле мне даже хочется, чтобы этот голем встал. Чтобы я мог его побашить, типа, полинонить, в случае чего. Bit of a lull. What are you up to, Bob? I'm thinking about what to have for lunch. Roast elf heart or baked halfling leg. Зараза. Слушайте. Хитрожопый какой, а? Так, ладно, что это однокубовый, да? Да, однокубовый у него. Пятерочка. Пятерочка, пятерочка. Дерево. Здесь, да? Еще пятерочка. Ну, что ты делаешь против 5 плюс давить? Ничего. Теперь псина убегает. Да. Мы ее догоняем. Сюда здесь. Мы ее догоняем. Хватаем за задницу.
Есть даже смысл 7 лет бежать назад. 3, 6, 8. Сундак. Ну, то есть, экранчик сделать. Экран всего можно освободить на самом деле. Да, некров уже осталось пятеро на поле. Пробойщик очень хорошо зашел. Зараза. Давай скотину мы ничего не найдем. Ну, я не верю в пять, в шестерку здесь. Он уже бежать по-любому вообще. Tasty. Блин. Что-то как-то все не очень жизнерадостно сразу стало, да? То есть, конечно, может, типа 3 плюс додж сделать сюда. Я тут видел пиропана Менг. Я проглядел. Где пиропан? Где-то у него в игроках, что ли? Ну, Трикса мы уже поломали, если что. Ладно, надо уже что-то решать. Здесь нам нужны типа стрелочки, да, получается? Сюда где-то есть. Угу. Призрак пиропана, да? Эй, Борак! Сог оф, я фукин хэд! Давайте вот так сделаем. Ставим сад, то есть 3, 6, 8. Хотя, блин, а, зараза. Реально как-то сыкотно, а? Хотя ладно, наверное, хрен с ней с псиной, блин, тупо встанем сюда сейчас клеточкой. Можно с ним вот так встать. 3, 6, 8, одна гофвичечка. Да ну или так, встанем тупо. Зараза, что ему сказать. С убилем играть. Ну, Иболь-то за некров же играет. Ой, за этих, за... Господи. Ой, боже. За Кимрей, господи. А ты же за Вудов. Чё тебе там страшного, Менг? Нет? Не, по-моему, МНГ везде. То есть он 4 нокаута. И тут, по-моему... Ой, не МНГ, это БХ. БХ. Да. БХ, я вот сейчас отогенил, еще, по-моему, БХ, да, было? Да, еще БХ отогенил. Три такла. А, ну да, ну, Убель хорошо так раскачивал, я помню, сколько помню, этих... Блицера у себя, да? Я один матч, по-моему, его смотрел. Он там ими мячики таскал. Ну да, короче, конечно, через 4 плюс есть какие-то у него мув. То есть, типа, 4 плюс, 3 плюс и побежали в мячик. 4 плюс 10, точнее, сначала. Потом 4 плюс 10. Даже вот так просто, да. Окей. I like this. The dung is about to hit the fan. Ну, я думаю, сайдстепимся сюда. Да, наверное, сайдстепимся сюда, поближе к зачетке. Близ уже был.
Нет, я не видел, раз не видел. Я видел, как он играл против этого Док Хаски. Можно могилу? Почти. Ну почти, да. А, на этот матч, да-да-да. Все вспомнил, да. Про это я помню. Да. Ну я именно тему читал матча. Что он автовин взял, да. Записался, записался. Меня, ты, по-моему, уже спрашиваешь об этом. Ну. Хрен знает какой раз. Честно. Записался я на РМ или нет. Я играю к химрями. В чем плавдере. Ой, я этого. В чем плавдере, как его? В World Cup. Так, мы до тебя не добегаем, да? А жаль, что не добегаем. А, господи. В Перми. Нет, в Перми я никуда не записывался. Ну и все, в принципе, да, забиваем баночку, смотрим на нокауты. Я сейчас играю, короче, Infinity Crunch, двумя командами, Rumble Bell и World Cup отборочные. И все, больше я никаких турниров не участвую. Все встали. Нормально, да? 4+. И у меня еще есть фулл состав. Нормально, да? They should replace that player before they lose any ball. Так, у нас не встал нулевой, да? Замечательно. Это просто праздник какой-то, а? Че, мне скинка, что ли, на поле выкатывать? Ну, в смысле, на лос. Видимо, да, наверное, лучше скинка тупо поставить на мясо. Отдать его. Все. Нормально, да, короче, типа 4 нокаута, 1 нокаут. 6-6-6. 2-6-4-6. Нормально. Нормально. Справедливо. Справедливо. Тернера с этой степени лос. Да ну хрен пес с ним, с тиматерным. Пускай попробую без реролов сделать, ага. И с восьмым мулом со своим. Сколько ему? 3 клетки нужно проталкивать. Удачи. Удачи. Да, сколько придется на мясо пустить. The thing about Blood Bowl is how it brings everyone together in a common joy of death. You have orcs, dwarfs, men, and even beastmen sharing delightful violence in the same stadium, and all desperate to see some shredding death. Кроксигора поломает, может даже аптечку потрачу на него. Надо давить их, сраных некров. Что они себе позволяют, на самом деле? Ну, не будет вантюр делать. Очевидно. Видно, что нокауты-то встали, блин. Алло. В общем, ну ладно, если с двух поднятий ну, они бы все встали. Но, блин, сразу все с одного. 4 нокаута, 4 поднятия. Ошибись. Зашибись. Можно перфект дефенс, пожалуйста?
You know, I may actually say defense, something. Please. Anything. Please, just be. Скинг получает в табло. Скинг падает. Скинг не пробивается. Окей. Дальше. Завар получает пятак. Завар стоит на месте. Ему зашибись. И по идее даже Кортигура кубы не найдет тогда. Не, на кубов он найдет, по идее. Если все зомби поставит. Но все равно, если сейчас завар какой-нибудь 1-2 ловит. Жалко. Жалко. Сейчас будут фалить. Очень жаль. Кстати, он еще Гуль, что ли, не вылил на поле в прошлом тайме? Что-то я ее не видел на поле. Да, по-моему, он ее на поле не выводил в прошлом тайме. Так, видимо, Стэнфирм придется отжимать. Я думаю, он отрезает фалит Корсигора. Пускай лучше Завара фалит. Сюда, наверное, положит. Если он действительно собирается Крокса фалит. Шил намыл, по-моему. Либо мы Стэншейн прожимаем, тут идеально просто под Крокса фол, либо под Завра ему сейчас рисовать тоже фолы. Сколько тут? 6 ассистов. Здесь бы те же самые 6, да, было? Нет, тут было бы 5 ассистов под Корсикуру. Может пас? И 1-1. Отлично, все. Пережили избиение на лосе. Сейчас пока отойду на 5 секунд. So, none of the knocked out players seem to have awoken in time for the next down. That must be one heck of a dream they're having. They're down a player. Easy to replace. They've kicked the ball to the opponents. Now it's time to think defensively. Парам-парам-парам-парам-парам. Так, я надеюсь, что Завр встал. Но, по-моему, он не встал, да? Скотина тупая, чтоб тебя перекосило. Ну, окей, допустим. Допустим. Да-да-да, надо поставить кого-то на лоз, знаем. Давайте так выставимся. Или горда поставить. Писин что-нибудь найдет. В принципе, он под Красигором стоит. Хотя, ну, найдет, в принципе, да. То есть гард сюда, гард сюда. Гордан. Я вот думаю, либо мы пятисильного ставим на лус, либо мы ставим горда на лус. Studio Wizard has promised me at least one more before the final whistle. Так. Э.
конечно, есть кубы в скинках. Так, начнем. Скинка надо прикрыть, блин. А, залоз. Ну, в принципе, да, можно и залоз. Так предлагаешь. Ну, может так попробовать, да. Так, 3, 6, 8, 9, 10. Тут так выставится. Сюда. Ладно, давайте попробуем так. Сыграш, конечно, получим, блин, ты. У бабки не ходи. Из-за того, что тупая нулевая скотина не встала с нокаута с два раза, блин. Buzzkill. Уже просто до хрена очень важных игроков, блин. Два убиватора, два скинка, блин. Да и все завры, считай, ну, кроме двоих лосового мяса, блин, важны. Как ни встанет, все равно получишь близ важного игрока, по сути. Значит, долго не живут? Да нифига. Чуваку осталось одно из ПП до левелапа. То есть, когда Арткости ливнула в нашем матче, как раз МВП упал на двоих завров на вот этого. У него уже было 4 из ПП и на вот этого нулевого. Hey, I can sing. Did you know that, John? Смена херально, тупо не знаю, взять блок БТ на обоих, и больше от них ничего уже не нужно. Блок, чтобы на оси стояли получше, и БТ, чтобы мобильнее были, и все. Я уже смирился, что они будут лусовым мясом. Два завра вечно. На, получать наш убиватор, естественно. Склавсы сейчас. Не, надеемся на блиц, короче. Надеемся на блиц, Карсигора ведем сюда, блицуем куда-нибудь Вайта. И живем припеваючи просто. Или Perfect Defense. Давай, Perfect Defense или блиц, пожалуйста. Это не то. Это не те киков ивенты, которые я просил. What was your favorite moment as a Blood Bowl player, Bob? Интересно, если он отойдет из контакта. It has to be scoring my first touchdown. Наверное, не отойдет, да? То есть зомбя сейчас сюда встанет. I just ripped the head off this kid who'd given me some lip in the changing rooms before the game. So just for fun, I shoved the ball down his throat and then lobbed his whole body into the end zone. Ref said it was classified as a catch, so I scored a touchdown. Мерзкий некрыв все ближе к нашему убиватору. Ну, по сути, нам нужно этот ход просто пережить, я считаю. Дальше будет проще. Дальше мы сейчас в контакт встанем. Выгодно. Будем на коне. Гав-гав. Do you miss the old days in the NAF, Bob? Not really, Jim.
lot more rules in them days. You couldn't just walk into the crowd on a murderous rampage. No, you had to ask permission, fill out a form and truck. Главное сохранить скинка авантюрнера, ну и пить агильную до 16 хода. А дальше там тупо авантюрн. 2+2+2+3+. Можно же без 3 плюсов пойдет, если мы побашим еще так удачненько. Меня сейчас под фул привезут еще. Еще и под фул привезут, походу, да? Ну, хотя если здесь БД словит, то не привезут. He'll get an assist now. Listen. This player likes to be well assisted. Рерол. Жадничь. Мог бы до второго блока потерпеть так-то. Зачем сразу-то уж сливать рерол на... Фигня. Блин. Не, ну кубок, конечно, не заходит, по слову, совсем не крам, на самом-то деле. То есть, раз, два, три, четыре, на четыре блока ни одной пятерки-шестерки. Да, главное, что с котями не тащили, мы сейчас еще... Ну, мы тупо стоим убивашкой, по сути, теперь. Ну, еще один блок, наверное, выдержим. И все. Тут сейчас еще проталкивание придумает, да? They're gathering around that moon player, like halflings around a sandwich. Ну, от слова совсем. Че, одна пятерка на 6 блоков? Неплохо. И фула не, и фула теперь не будет, по-любому. The domino event. Ну что, мы кроксы тащим сюда. Пятисильного. Сюда, наверное, тоже поставим, да? Здесь у нас не получится в собаку ничего найти, да? Только если какой-нибудь, не знаю, 1-2 еще на блоке здесь, зомбей. Ну, я знаю, да, что когда ты выбираешь БД на френзи, а финзи отменяется, это я знаю. Но я имею в виду, что он, блин... А, ну хотя да, точно, господи, точно. Что-то я тупанул. Ладно, теперь согласен, почему на рерол потратил. Что-то я реально не подумал, что же на БД же сейчас второго удара бы не было. Точно. Окей, согласен. Согласен, согласен. Может даже, например, кроксы можно стоит принять сюда сейчас, на самом-то деле. То есть хвостом встать на псину как раз. И удар здесь, допустим, с блица. По голему. И как раз тоже встать еще на псину с таклом. Надо только проход ему освободить. Надо только проход освободить, да? Здесь, конечно, тоже подержать как-нибудь хотелось бы. Хорошо. Допустим, ставим города сюда, да? Пятисильного сюда. Тебя поставить на големчика, может. Хотя зачем на големчика ставить? Пускай он сам к нам идет, да? Ведь? Зачем он в контакт с големом вставать? Лишний раз в табло получать. Нас тут неплохо кормят. Это напоминает мне о том, когда ты родился. И объединил всех гоблин-техников вместе, чтобы создать живую мешку. О, да. Это было оружием массовой реконструкции. Нас тут неплохо кормят. Сейчас, конечно, от красивого зависит много. Если заступит, придется менять план. Но, блин, посмотрите, его сейчас на псину будет вообще замечательно.
праздник какой-то, а? Сюда. Давай, кропсик. Молодец, хороший мальчик. They've gone into the opponent's tackle zone. It should be good. This is going to be decisive. Чё, жадничаем? Жадничаем ли мы? Нет, не жадничаем. Хрен с ним. Но как фигура, я думаю, хватит одного. Ну, может даже просто, не знаю, вынудим его бить в красный как фигуру. Так, и снимаем ассист. Надеемся на блодж. Да. Я должен, наверное, даже убивашку на самом деле спрячу. Чисто, чтобы он был свободен в случае чего. На следующий ход. Так, можно как-то здесь освободить псину и не влететь в скинков, допустим, да? То есть тут у него нужно два ассиста как-то найти, да? Один ассист есть, второго ассиста нету. Здесь контрассист еще надо снять. Замя, конечно, стоит, типа, снимает контрассисты, но... Здесь... Have you tried that Croxium? Sports drink made by the Skaven of Clan Pestilence? Ну ладно. I may not be the sharpest spike on the ball, but I'm not that stupid. Не, мы сейчас мы же СФ прожмем, считай. Мы же прожмем СФ, по сути, считай. И ему придется дуриться. То есть нет. Тем более здесь Горда не повалил. Пока что, по крайней мере. Здесь вот куба, куба. Подходит. Чат на кубу здесь. Ну ладно. Может, что-нибудь найдет, может быть. I admire that one. It paid off, good old nothing. А все почему? Правильно, потому что тупая мразь встала, блин, на ебаных колоколах сразу же, блин, а? Колокола, конечно, замечательно, да, вот травмы и все эти, что мы сделали, но, блин, по сути... Ничего не дали нам. Побили там зомбарей, да, псину в нокаут вынесли. Она сразу встала все равно. Башер. Это он на нас давит. Забавно, конечно, что наличие просто двух гардов и четвертой силы на войте, блин. До этого так разгребать ситуацию. Ладно, сейчас пойдет вперед, мы на блице влетаем в гулю. Встаем на мяч, как-то пытаемся. Что здесь будет? Наверное, он ударит в скинка големом. А псина, не знаю, может в красный ударит. Ну, даже мы сейчас в псину поедем, на самом деле. Да, и вставим на мяч.
Сойдёмся, наверное, сюда. What was that, Jim? What, Bob? The whole fantastic thing. Oh, I'm just trying to introduce a catchphrase. Как хорошо иметь блок на скинхеде. Don't do it again. I hate bad puns. Дэнси не лучше. Но я бы тоже себе выбил, все равно бы здесь лучше. Шестерка она такая, может и прийти. Перебрасывать БД на переход. Ну, не я. Не я перебрасываю. Ну, раз не знаю, ты первый тайм смотрел, не смотрел. Там, по сути, он тоже в первом тайме так-то... В первом тайме он... Тоже там рерол только так отдавал в самом начале. Ладно, я думаю, чем это... Бьем... Мы либо бьем в псину, да? Либо мы бьем в псину вонючую. Крокса хотелось бы сводить поставить сюда. Наверное, да, наверное, зажимаю вот здесь вот Кроксом, пятисильным и гардом здесь этих чуваков. Наверное, конечно, разгребется все равно эту кучу за счет этих двух говнорей, блин. Но с другой стороны, мы что делаем? Мы, наверное, облицуем псину, засовываем ее сюда. Сюда с скинком бьем голема, Крокс сюда идет. После блица мы куда встаем? Можем встать под гулю, в принципе. Бейком. Все с радостью. Дайте, сволочи, в нокаут улетает, а потом встают сразу же из нокаута. Встаем здесь. More the merrier. Да нафига выталкивать зомбаря, когда тут есть можно спокойно ударить по псине. Алисара, ты чего? Ну? Серьезно. К тому же я хочу освободить Крокс и поставить его в позицию получше. Сейчас бы байтиться на нулевого зомбаря бы, а? Всех. Если псина умрет, я буду очень рад, на самом деле. Очисти мир от клавсы. Я по-прежнему не решил, что мы будем делать после блица. Наверное, потом подумаем, да? После блица уже будем вставать, да? Хорошо, хорошо. Хорошо. Это хорошо. Можешь, конечно, скинка типа на гульну посадить, да? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, смысл? А смысл? Я думаю, тут просто, наверное, отойдем назад. Идем назад, стоим здесь и попробуем шестерочку найти на голема. И нашли. А жаль. А жаль, что не нашли. Ачивку.
Вилкнет трех хаев с поля. А что, есть такая ачивка, выкинет трех хаев с поля, или ты это придумала чисто? Я помню, в компании есть типа задание такое. Вытолкнуть двух ведьм дарковских с поля. Ну не знаю, как-то давить одним завром, хоть и нашим типа убиватором. Не знаю. На следующий ход подаем, я думаю. Что, сюда кого-нибудь протолкнуть, наверное. Да. Угу. Окей. Окей. Now that's a real mess. Окей. Да, смотри, как сейчас, как он еще мячик поставит. Ну вот, я думаю, на следующий ход уже можно будет и подавить на мяч сейчас. То есть, близким завром куда-нибудь в гулю и встать на мяч как раз. Думаю, типа, псин какой-нибудь встанет сюда. Тут как-то еще побьет наш. Самые два города просто, они просто зануза в заняться сейчас. Они просто в отличной позиции сейчас стоят. На самом деле, если сейчас он здесь не прикроет, у нас даже будет мяч, на самом деле. Без такла, конечно. Но они тоже все равно будут. Хотя... Ну, типа, однокубовый здесь, да? Как-нибудь зомби оттолкнуть и как-то забежать сюда вот так. Кстати, сраные горды, блин, а? Неплохо влез. Ну, еще и борзеет. Смотрите-ка на него. Может, конечно, и реально как сегодня еще будет приехать. Эх, пощады, пожалуйста. А можно плес пощады, а? Уже. Как степнемся? Сейчас по-любому ударит. Куда мы сайдстепнемся, а? Сюда, по-моему. Окей. Ну сейчас можно, конечно, херней пострадать, его выдохнуть зомбарю, зомбаря. Типа ударить, подойти и однокубовый ударить, но потом самих вытолкнуть, скорее всего. С такими гениальными планами на игру. Крокс умничка. Крокс просто умничка, ничего не скажешь. Надо сюда пойди встать. Или два куба здесь, потом одну кубу здесь кому прописать. Да. Здесь у нас типа удар сюда, потом удар сюда. Удар встать сюда. Отлично.
На реген, в принципе, вызывать сейчас. В принципе. Сейчас либо мы будем, типа, Дотала вот тут сталить, да? Ну, тусоваться на мече, в смысле. Либо я не знаю. Хотя, на самом деле, даже может стоит сюда ударить. Да, здесь нужно найти, да? Сперва. Девятую броню проверяйте. Ну, меня в прошлом сезоне просто пинали по яйцам орки. Три матча, блин. У меня броня девятая ломалась на отличника просто моя в этих матчах. Почему я не могу в странных двух девяти армурах поломать, а? Что я, рыжий, что ли? В самом деле. Ладно, наверное, подсунем сюда. Защитник, как с горы, стоим вот сюда. Встаем сюда. Теперь уже ассист на эту сразу найти. Скинка вставлять не хочется сюда. Честно говоря. Сюда встать. Это не ассист. Ни разу вообще. Вообще ни разу не ассист. Ладно, наверное, встанем. Блин. Так. Три. Надо освободить просто место, да? Сюда. Не хочу их под горда вставать. Не шестерка, и ладно. Да, скинка Блуордж, конечно. Подумаешь, что один из самых наших важных скинков. Да. Чё с ним будет, да, ведь в самом деле? Ну. Что может пойти не так, да. Ведь шестерки в блоше никогда не находится, да? Был бы вот этот нулевый, мелкий и шустрый, я бы его, конечно, поставил. Его не жалко. Ну ладно, с пяти сильно он, скорее всего, нам вмажет, я думаю. Хотя нет, тут, в принципе, нужно ему, получается, раз, два, три ассиста сюда нужно, чтобы повалить два куба надежно. Ну или может даже скокс начать, да. Вот бы блок бы как всего-то, а. Последние с ппшечки бы. Хм. Странно. Почему не что-то сильно? Типа он освободить хотел. А, ну, наверное, хотел освободить, да, и получается влететь, возможно, в этого убивашку. Блин, ну Крокс сегодня просто муа, муа, молодец просто, а? Обожаю тебя. Он уже столько стрелок сожрал, это капец просто. Наверное, блоков 8 точно он на стрелке словил по себе. Напоминает мне этот матч против Нурглей в чемплан... Ой, в World Cup, блин. Там тоже сопля просто, не знаю, божила, блин, своими двойкими стрелочками по себе. И с этим, с full appearance. На, тут он вмаживает. Ни разу не знал сегодня. Это тоже, на самом деле, достижение, да. Обычно у меня там Краксигор почему-то часто ломается так-то. Да. Ну, получается, что, типа... Сейчас еще один ассист сюда, наверное, притащит. Хотя кем ассистировать уже неким. Так можно и кубы в мяч получить. На самом-то деле. Причем даже реально мы можем получить кубы в мяч. Если мы здесь шестерку находим, то вообще легче будет кубы в мяч. Ну или просто постановка хотя бы на мяч. Но если нет, то мы типа с блицом бьем сюда и идем вперед сюда.
Здесь, наверное, бьем и скин садим на зомби. Чтобы с этим убивать оружие. Поехали! Поехали в однокубовый. Ты же не будешь этот релл продавить. Сюда поедем уже приехать. Хотя нет, он сейчас под так вот приедет. Приехал. Не приехал. Ну ладно. Угу. Сильно дрогнул. Псинка дрогнула. А на чем будем с этой заразой делать? Мы либо ищем шестерку, да? И потом бежим в мячик с таклом. Либо мы сначала бьем с таклом, а потом типа бежим в эту псину. Так. Тут все просто, в принципе. Бьем. Кидаем сюда, скинка сюда. Даже, наверное, нулевую скинку сюда. Боджеры тащим, конечно, сюда. Так, если мы не валим, да? Если мы не валим, то с блицом бьем здесь еще. Идем сюда. Или здесь ударить за блицом сюда. И встать сюда как-то. На псину. О, шестерочка. Прекрасно. Замечательно просто. Да, здесь мы встаем. Просто. Просто встаем. Просто бьем. Просто встаем на мяч, да? Как мы встаем на мяч? Угу. Или угу. В принципе, типа, Гуля может. И нужно Гуля найти 3 ассиста здесь, чтобы ударить, да? Я думаю, есть смысл встать сюда. То, чтобы, не знаю, либо блицевал как-то сюда. Remember. You need balls to score. You need balls to score. Как же он рофлит, а? Да, наверное, подпираем тогда псину. 3-6. Подпираем псину, чтобы она ассиста не давала. Так. Так. Да, я думаю, это настало время уже. Настало время подносить. Рел тратим, скорее всего. I wonder how fast they'd be after I broke some legs. Так, гард. Гард, гард, гард. Will the big one manage to lay out an opponent of half his strength? Smack. Так, скинки. Скинки, наверное, стоят сюда. По центру. Ну, Крокс. Крокс. Крокс, Крокс. Надо бить сюда и подходит. Only going to be one result in that.
Ну да, я понимал, что рисково было. Малость. Но я верил в Краксигура, и он не подвел. Главное верить. Главное это надежда. Новичка. Он уже нашел на что шел, Господи Иисусе. Просто говенщику бы, честно. Несмотря на всю мою ненависть к некрам, но губ просто говно им сыпет. Угу. Приехали. Ну что, типа... Поднять скинка, два куба здесь. Найти 5-6 с реролом, скорее всего, даже. Ну, состепается, возможно, с... Я даже не знаю, как он состепается. Наверное, сюда. Да, раз он здесь дурится. 4+. Добегался некуда. Ну, блин, реально, на самом деле... Кубы говно просто ему всыпало очень часто. То есть вот Краксигур тут просто герой матча какой-то здесь. Стрелки, двойки, череп. Карма. Кармическое наказание. Ну, как крайний случай, мы можем приехать еще убиватором нашим в мяч. То сейчас он, конечно, не... Тут ни хера нету. Пока что. Можно сделать 2 плюс додж сюда. Это у нас получается 2 куба здесь. Да. Сначала, наверное, попробуем здесь ударить тогда. Успешно нашли. Успешно? Ни хрена мы не нашли. Успешно. Можешь Краксигура сюда перевести вообще? Давай попробуем Краксигура привести. Хотя тут этих нужно держать, раз они так убежали. Хорошо, когда есть мобильный гард, ведь. Ладно, бьем здесь. Найдем. Уходим. Бокс, дорогуша. Молодец. Я тебя обожаю, друг. Зря, конечно, рел потратил. Он бы сейчас отцепился сюда. Ну что, надеемся на ГФИ, да? Верим. I want to believe. Вот единичка. Ладно, если бы Рилл не сливал, я бы даже с Аней добежал на блице, на самом деле. Может, не смело женщина с вами блицевать сюда и горда сюда. Werewolves do make good blood bowl players.
Но все равно, по-моему, неплохая ситуация. Хотя... Кубы здесь у него нету. Скинка у него... Скинка у него одна куб... два куба найдется, в принципе. Сюда встанет Вайтум. Но Крокса начал убежать. Так его как-то убрать тоже. Да, сволочи, блин, надо повалить уже скорее. И убрать одного, забрать сюда. Пускай они тут на друга пялятся. Ну, ему надо уже вперед хотя бы двигаться. По идее. Если он сейчас не валит, но мы едем сюда. Едем сюда. Или не едем? Не, наверное... Наверное, не едем. Уводим его от меча подальше, наверное. Чтобы если он, типа, здесь не повалит на первом блоке, на втором повалит, и получится ассист на Завра здесь. И этой псины он пока Корсигор увидит еще. Смело. 4 плюс из-под такла, из-под хвоста и без рерола. But it'll pick up any second now, I promise. Да, создаем сюда, и тогда у него, кстати, будет как раз одно кубовое здесь. Unity is strength. Уже не будет. Сейчас он Кардас нам притащит. But they've wisely decided not to. Угу. Чё, сюда, что города поставить? Чтоб здесь когда побить. По-моему, такой себе. Да. Может, реально стоило сюда присылать все-таки. Причем перед тем, перед этим блоком. Удали бы сюда, отошли бы от голема. Горда сюда бы поставили. Ну или сюда даже, может. Как-то вот. 3. 6, 7 сюда. Да. Не стал это жадничать. Ради кубов мяч. Wouldn't they be better dodging out of the way rather than blocking Bob? No, Jim. Strike first, run later. That's always been my motto. Не уверен, что я правильно сейчас сидел. Не ожидал, что он меченосцем ударит. One less annoyance to deal. Нормально. Опять 5-5. Так-то. Чтобы дув кубов не было. Чтобы дув кубов не было в Крокса. Ой, его в Завра. Ну, все равно это кубы сейчас мяч, по идее. То есть, что мы... Чем мы делаем, эффект вы знаете, да? Скинка на мясо сюда. Не знаю, гильного сюда поставить. Гильного, конечно, подобрать хотелось бы. У нас нихера хорошего, да? Скотина, блин, тупая, чертов голем, блин. Натурально заноза в задницу просто голем, честно говоря. Так, Крокс, Сигор.
Ну, он не мог не тупить весь. Не тупить весь матч, да, ведь? Рано или поздно должно было произойти. Па-па-пам. Парам-пам. Парам-парам-парам. Sometimes the underdog wins the... Да, наверное, рискнем 3 плюс дождь сделать. КФИшку сюда. Чтобы все эти ассисты. Этих не хочется сюда вставить. Хотя, конечно, можно сами сюда просто встать. Да. Сейчас сюда. 2 плюс, 2 плюс. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Замечательно. Угадайте, кто сейчас получит блиц наших скинков. Я получу. БТ на силовом. Да, кстати, на самом деле стоило. Важный момент, нужно словить 1-1. Да. Интрига прямо. Па-па-па-па-па. Давай тоже 1-1, а? Авантюр, да, это наш план Б. Я согласен. Ну, блин. Авантюр может и зафейлиться. А ничего здесь, конечно, не хочется получать совершенно. После такого отличного первого тайма, блин, получать ничью, ну, такое себе. Я сейчас больше всего за Слинка волнуюсь, на самом деле. Сейчас него по-любому близ будет. Тут бабки не ходи просто. Хотя, может и не будет, не знаю. Может и за сыт 3 плюс дождь делать. Хотя, я думаю, не за сыт, скорее всего. Ради скинка я бы, наверное, 3 плюс делал бы в сины. Которая самая правая. Сюда. Зомбя сюда, кулька сюда, да? Или может, если, может даже этой псиной ударит. Типа с блицом и встанет сюда. У нас будет, наверное, вариант единственный, типа с БТ 5-сильным сюда. Как-то столбики рисовать. А, что чем сделал, сказать? Здесь, короче. I like running down the field. So, whatever time. Я, если, что думаю, взять на 5-сильном следующим мапом. Либо гард, либо СФ. О, зашибись. Зашибись. Жить стало лучше, жить стало веселее. Чем искать. Лучше.
Я не против даджа, конечно. Кто ж спорит? Додж это хорошо. Ладно, Крокс. Спасибо, что ты встал. Спасибо, что ты встал. Ну, блиц у нас сюда только единственный вариант, да? Наверное, даже сначала мы типа БТ делаем, да, потом думаем, может даже ворвемся сюда на 3+. Хотя мы потом все равно на мяч не встанем так-то. Так что из-за финда сраного. Не, надо даже... Блин, даже не знаю, как ударить лучше. В идеале, конечно, было ударить бы отсюда его, наверное. Чтобы как бы ближе к зачетке его не тащить. Муфу мне сокращать и кого-то подержать за жопу. Ладно, ну ты, наверное, встаешь сюда, ты встаешь сюда, бьешь здесь, потом. Потом только. Если мы еще здесь повалим, конечно, заразу эту. Но мы, конечно, этого не сделаем. Не, ну я просто думаю, как еще этого 5-7 поставить. Типа вот так. 2+, 2+, 2+ сюда, да, и мы типа ударили и стоим, короче. Никого не держим. Либо вот так. Since we are now zapped to cross the old world in high destiny cabal vision. The viewers can see everything, so I need to look my best. Ну, это под конец, мы дождемся здесь, атаку. Ой, скинки, что, вас на амбразуры пускать или что? Можем какие-то столбики нарисовать? Один столбик здесь, второй здесь. Конечно, ничего не дает, но на самом-то деле. То есть, типа, вот, у вас двоих сюда. Это вот 3, 6 сюда. Получится нет. Уже очень много кубов накидать, чтобы столбики построить. Ладно, поехали. БТ ушел. Ровно я даже не тратим, если. Скинки подбрось в закат. Отличный план, Фист. Осталось только выбить мяч, да ведь? Оставляем, короче, ровный авантюрн наш. Стоим здесь. Стоим здесь, и скинки на амбразуру лезут, значит. Да. Давайте, друзья. Кубу он типа прокидывает. Типа. Шестерка. Отлично. Отлично, авантюрник живой. Это хорошо. Все замечательно. Давай, 1-2. Еще один. Скотина. Эх, ты скотина, а! Ладно, авантюрны. Авантюрны, мы на коне. Can impact the game.
Стох, геморрой ради того, чтобы тупо все мой турнир закончился, решилось точнее. Мне уже еще и кикер остался, да? А нет, кикер, слава, хотя бы кикера мы с этого, этот, сломали кикера, хорошо. Хотя бы это просто рандом сейчас будет запинывание определяться, не будем сраным киком. Ладно, хотя бы это не ячейка, что можно сказать. То есть мы сейчас идем на первом месте в дивизионе, ой, ну, в группе. Никли сразу за нами с 7 очками. У нас 9. По крайней мере, мы не сдаем позиции уже точно. Так, где мы бежим? Мы бежим... Да, без разницы не бежать так-то. Без разницы не бежать. Ставим сюда. Гардов на случай перфект дефенса. На случай перфект дефенса ставим гардов сюда. Так. Три. Чтобы еще как-то можно было блицануть, да? Три. Так, и, собственно, скинки. Сюда, по бокам. То есть, типа, он бежит. 3-6. На 7-8. Пас сюда и вкладочка сюда. Ну, в принципе, и все, да? Погнали. Ну, спасибо за рерол, конечно, да. Спасибо за рерол. Жалко, нельзя использовать вас за ход. Well done. They have the ball now. The match can't end in a draw. Do something, please. Молодец. Теперь просто на кунечку, пожалуйста. Один-один спасло задницу Некров, что я могу сказать. И минус фейм. Спасибо, игра, спасибо. Спасибо. Они еще больше блоков, чем мы сделали. Красно. Замечательно просто. Ну, прям вообще капец. Ага. Говно.